В эфире очевидно невероятное. Мы с тобой адвокат в зоне отчуждения, образованной после второго чернобыльского выброса. Второй. Бесшумный взрыв навсегда изменил жизнь в пределах зоны отчуждения. И мы не знаем, как долго продержится хрупкая граница между нашей жизнью и той, которая пришла к нам на смену. Ну вот что! Трудовые резервы, строители светлого будущего! Стоять! Твою мать! Что здесь происходит? Отвечай, я вас спрашиваю! Что ты на меня смотришь? Отвечай! Слепыш еще совсем. Что я тебе говорю?